Вениамин Кондратьев оценил восстановленное производство и пообщался с сотрудниками. Большинство работников трудятся на заводе уже не один десяток лет и не ушли даже в самый тяжелый для предприятия период. В 2015-м оно оказалось в состоянии банкротства. Производство остановилось, коллектив не получал зарплату. Тогда губернатор края поставил задачу найти инвестора. Сегодня цеха восстановлены, завод вновь становится стратегическим для страны. Наша страна в рамках сегодняшних условий возвращается к собственному и станкостроению, и токарному производству. И завод имени Сенина будет очень важным звеном в этой новой экономике, в этой новой индустрии современной России. Очень важным звеном. Я думаю, даже одним из основных звеньев. Высокотехнологичные станки, которые собирают на обновленном заводе имени Седина, востребованы по всей стране. Оборудование будут поставлять на предприятия тяжелой промышленности и даже на оборонный комплекс России.